Hi guys, welcome back to Jundi's Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? I hope you are doing all amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today is Day of the Airborne versus comments of foreigners about Russia and Russian. Oh my god, this is our 11th part of the comments about the foreigners toward the Russian. I hope guys will be having fun and enjoy watching with this one. And credit to the owner. Also with the video, of course, our favorite content creator, Tablet for Memory, put on the description box below so that you can connect also with Tablet for Memory. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to any Russian or any video from Tablet for Memory, guys, that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it. Enjoy listening and watching with this amazing comments. Sometimes it's funny, sometimes true also. And I really want you to turn on the subtitles, the CC down there, so that you can have your Russian and English translation. Let's get to it. Wow, thank you so much for this Здравствуйте, дорогие друзья! И это новая 122-я часть комментариев иностранцев под видео о России, посвященная Дню ВДВ. Всех наших бойцов поздравляю с праздником! Ну что, поехали! А первое видео с реакцией иностранцев на ролик, который называется «Воздушно-десантные войска в действии». Вау! Сабертрупс! This is, I really like the way when they jump off the air, like the aircraft. How cool was that? This is part of their training. I really want to be, to join with them doing like this one. How amazing watching those soldiers. And I think this is, I think that one is battle tanks. Imagine they're carrying also in their aircraft like tanks or Navy, Army, or aircraft, or what you call this one, like trucks. How cool was that? Ну, красавцы, переходим к комментариям. И первый комментарий на испанском, что-то вроде «Поздравляю Россию, вы балансируете мир». Следующий «Спасибо тебе, Россия, за то, что помогла нам в Сирии. Я люблю вас, ребята. Привет из Сирии». Дальше «Спасибо, Россия, за вашу поддержку в Сирии, а также за помощь во многих странах в Африке, за помощь в тренировках и оборудовании против террористических групп». Следующий «Очень-очень хорошо. Я люблю Россию из Франции». Дальше «Великая нация. Вперед, Россия, из Сомали». Дальше «Очень хорошо, Россия, ты лучшая». Следующий «Пусть Господь Бог будет с Россией и с русскими людьми». «С любовью и уважением из Сербии». Дальше «Виват, Россия». Следующий «Великая Россия, давай». Раздаем, да. Дальше «Россия лучшая». Дальше «В Советской России русский солдат не нуждается в парашюте. Парашюту нужен русский солдат». Следующий «С любовью из Сербии». И последний комментарий. «Теперь я знаю, почему Джон Маккейн...» Ну, как говорится, о покойниках либо хорошо, либо никак. Давайте не будем ничего говорить о Джоне Маккейне. Переходим к следующему видео, которое называется «Истребитель пролетает в метре от земли». What's that? Wow. Oh, wow.
Да, представить себе сложно, какие должны быть стальные бесстрашия, чтобы такое сделать. Переходим к комментариям. Первый комментарий, товарищ. Достаточно ли я низко? Ему отвечают, а ты слышишь скрип, а фюзеляж летит еще ниже. Дальше, это просто сумасшествие. Уважение нашим русским братьям из Индии, вашего союзника. Следующий, это русский топ-ган. Дальше, американцы тоже могут так делать в фильмах. Да, и это будет графика. Следующий, я люблю русских витязей. Видел их в действии на Аэро-Индия в Бангалуре. Дальше, вот на что способны герои. Русские пилоты лучшие пилоты, которых я когда-либо видел. Я не русский, я просто говорю вам универсальную правду. Невероятное уважение Анатолию Квочеру. Дальше, пилот просто потерял свои ключи от автомобиля, он пролетел пониже, чтобы поискать. Да, остальные потеряли челюсть. И последний комментарий. Большинство людей, которые вообще не знают о полетах, просто не понимают, что это такое. Он не только летел очень низко, но также, что действительно впечатляет, он летел очень медленно, на такой низкой высоте. Это очень сложно. Чуть-чуть ошибся и разбился. Квочер здесь просто продемонстрировал превосходную технику. А также знания и доверие своей машине. Это невероятно тяжелое достижение. Один мускул дернулся не туда, и все. Друзья, мы переходим к следующему видео, которое называется «Боевая подготовка ВДВ». Oh wow, I really like to watch their training, especially their hand-to-hand combat in this one. Oh, I get chills with that, I get goosebumps watching like this. Wow, that's so fast. Представляете, если на молодую пару, девушку и ее парня-ВДВшника, в темном переулке нападут три пацаненка, которые думают, что они крутые. Вот им будет сюрприз, запомнят на всю жизнь. Wow. Переходим к комментариям. Первый, я люблю русских людей. Дальше, матушка Россия — это последняя цитадель белого мира. Да, шутки шутками, друзья. А знали ли вы, что белого населения на планете осталось около 7%? И каждый год эта цифра понижается. Следующий, вечная слава великой матушке России. Дальше, за любимую матушку Россию. Следующий, они не спец. Нас, это ребята из ВДВ. Дальше, наши люди любят русских людей. Вот так вот, все внезапно любят ВДВшников. Как говорится, он уважать себя заставил, а здесь можно сказать, он любить себя заставил. Следующий, впечатляющее, удивительное представление. Следующий, эти ребята лучше, чем любая другая ветвь войск в России. Это хитрый какой шпион, наверное, пытается нас рассорить. И последний комментарий. Этот ролик показывает силу и жесткость русской армии. Я выражаю глубочайшее уважение русским людям и флагу их великой страны. Вот так. Друзья, еще раз поздравляю всех наших бойцов с праздником. Ясного неба, мужики. Никто, кроме нас. И наше видео подходит к концу. Хочу поблагодарить тех, кто недавно поддержал канал. Большое спасибо Сергею Николаевичу, Дмитрию Михайловичу, Илье Васильевичу из Новосиба. Новосибу огромный привет. Также благодарен прапору Доку, Мартиану из Башкирии. Привет, Башкирия. Также хочу поблагодарить за поддержку нашего давнего подписчика I Believe I Can Fly, который прислал поддержку сообщением у моих детей Егора и Олеси в августе день рождения. Они застряли в Тае, и в этом году я их вряд ли увижу. Поздравьте их, пожалуйста. Егор, Олеся, поздравляю вас с наступающим. Слушайтесь папу, он вам плохого не посоветует. Будьте умными, сильными, смелыми, умелыми красавцы. И также кто-то прислал поддержку без сообщения на 1111 рублей. Я, к сожалению, не могу прочитать, кто это. Друзья, огромное вам спасибо. Благодаря вашей поддержке мы можем делать больше новых интересных видео для вас. И
platform and we're saying thank you to the supporters. Всего вам самого доброго. That was crazy amazing video of this. I really enjoyed this one, like the comments about the foreigners. Watching with this video, I really admired with the military and soldiers of Russia because they really have this persistence and perseverance to do everything just to protect for their country, no matter hard work of the training are, but the way how they just give it just to protect and thinking to protect for their country, and that's so amazing and admirable to them. Wow, fantastic. This is always an amazing video that I really love to watch because you can learn something about it and you can see how this positive Russian soldiers and people also supporting with each other, and that's a beautiful country, Russia. And thank you so much, guys. I hope you enjoyed watching with this one because I enjoyed it so much. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video tablet from memory, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like, and share, and subscribe also with my channel. And this is Junris Blagadag Reacting. Stay humble, stay positive, guys. If you want to connect, my social media account is in here. Thank you so much. Have a good day, everyone. Private and spasiba to our Russian friends. Bye-bye po. Mabuhay tayong lahat. Stay safe.